Свободные и голодные. Жители восточной части иракского Мосула, освобожденного от боевиков террористической группировки «Исламское государство», нуждаются в самом необходимом. Цены на продукты питания здесь по-прежнему остаются высокими. Мосул с внешним миром соединяет лишь одна главная дорога. Многим еда не по карману из-за отсутствия работы. Распределение гуманитарной помощи нередко превращается в хаос. Им нужно помогать, говорит Алик Джаватмурат, сотрудник «Красного полумесяца». Сейчас район освобожден. Семьи возвращаются обратно. Товары доставить сложно. Мы пытаемся это делать через Эрбиль. Проблема с продовольствием не единственная. Во многих домах нет ни воды, ни электричества. Власти пытаются привести систему водоснабжения в норму, но это требует времени. Западная часть Мосула в руках боевиков ИГ. Во вторник джихадисты подвергли обстрелу жилые районы на востоке города.